Вот участок 244. Есть информация у нас, что вычеркивают вместо снятого Бондарева Алексея, вычеркивают Бондарева Виталия Юрьевича, действующего. На выездное. И такие же бюллетени уже в работе. На выездном. Скажи, что в КАИП тоже эти бюллетени были заведены. Здесь будет ручной пересчет, здесь будет тогда. Да, здесь будет ручной пересчет на этом участке. Часть бюллетеней уже опущена в КАИБы. Вы председатель где ваш? Она что, законов не знает? Или информации не знает? Подождите, Мариночка.